на запись https://www.youtube.com. Nightmare Outside, большое спасибо за донат. В равно чекбуси 2 кубка. Приехали. Там уже все, там уже не осталось сельского рок-н-ролла, даже в пикселях, типа, смысл. Козел. Спасибо за донат, приехали просто на самый финиш, на сам... А, это там. Нище дна на дне, все. Да, только не говори, что там то, что я думаю. Да, блядь. Мне похуй, я пап. Фемки, блядь, ответку снимай. Спасибо за качественный контент. Да, не то, что вся хуйня, которая была раньше. Зайц, спасибо большое за донат. Продолжается шуеть реакции. Поехали. Блин, мне надо очко найти. Поехали мы уже давно. Nightmare Outside. Ты чё, стебёшься, что ли? А может, я не хочу. Смотри, видишь, каждый раз видео длиннее длится, Nightmare Outside больше донатит. Там видно хотя бы? Он в какой-то момент же придумает. Сельский рок-н-ролл. Наверное. Должен уже. Он же остановится. А спасибо. Это точно не... Это точно последний? В этот раз посмотрим. Выпускаем. Overforce — это сельский рок-н-ролл. Вот давайте посмотрим историю. Воин Металла. Обзор на реакцию, да, как я и обещал. Спасибо огромное за 100 рублей сердечко. Воин Металла задонатил с текстом на запись. Этот видос мне кидали, наверное... Понимаю. Вообще не полагается, не ускоряется только музыка. 5. Такой контент. Всего-то 5 раз было. Раз уж слушаем из АПЭ. Бля, давайте хотя бы до этого. Спасибо. Фурье за донат, мое почтение. Переменный шрифт у него довольно слабый. Кончик не поглубит. Начнется контент, который мы заслужили, дамы и господа. Наконец-то разбор. Чё-то так тихо, блядь, пиздец, вообще странно. Значит, реакция на реакцию. А, потому что там тише то, и в итоге, как бы, я все понял. А вот этот Моисей будет довольно громкий. Блять, это там. Да что ж такое, бля, я не пойму, где донат. Я сюда переключаюсь. Вот это прикол. И сколько ж я собрал туда, получается, за сегодня? О, бабло считает, жук сидит. Блять, народ, пиздец. Скоро так будет заметно, у меня будет пузо расти, типа, все больше, типа. Это как... Пускай будет что-то 200. Бля, прикольно забыть свои старые шутки и снова над ними самому смеяться, как бы. Ням-ням-ням. Чё с картинкой? Чё она, блядь, какая-то пиас? Буду им ещё и Моисей, держись, я думаю. То красное, то хуясное. Нихуя, блядь, рыганул, блядь, свинья такая. Не зря человек дает уроки по рыготине все. Продлевает видос. Бесстыжий просто. Да, я сам не, блядь, больше денег забрать. Я прям там просто как... И как бы я в тот момент даже не подумал, что, блядь, что-то мерзенько. Медведь, ебать. Бля, я даже на паузу не поставил, то есть это все реакция. Мой братан тигр. Нику, чтобы было дольше. Сейчас 32 зрителя. Я еще тупее сделал, я забыл на паузу поставить. То есть всего... Блин, да, я не подумал, что я видос продлю сейчас. Бля, это много. 6500 и будет... Я не подумал, чем зрители. Блин, друзья, случайно. Я иногда вообще сам охуя случайно себя обогатил. Возможно. Ну, я надеюсь, что на этот раз ты больше не знаешь. Бываю, зачем вы, блядь, меня смотрите? Я же просто... Это же должно надоесть, когда то чайно, видимо, кинул. Ну, именно на эту хуйню, в смысле. Что-то у Фархада, что ли, бомбануло жопу. Он говорит, бля, давайте мы донатим на час этого сельского рок-н-ролла, а потом банить. На помощь! Бизон! Спасибо, больничка. Уже... Блять, да ёбаный в рот опять. Привет. Здорово. Фишки ну, западных рыгунов, да-да-да. Один Моисей говорит, мне, пожалуйста, стопку Ягера. Этот, мне, пожалуйста, полстопки. Этот, мне четверть. Этот, мне, пожалуйста, одну. Это анекдот про заходит как-то в бар бесконечное количество Моисеев Великановых. Восьмую. Этот просит одну шестнадцатую, этот одну тридцать вторую, и бармен говорит, пошли вы нахуй, пидорасы, вот вам две стопки на всех, блядь. Да и барный рот этого казино. Классический анекдот. Блядь, я из-за донатов каждый раз на паузу ставлю. Типа, это классический анекдот такой, стёб над математической этой хуйней, короче, прям. Веселит меня здорово. По факту Фреда уделали. Пиздец, я посрал, блядь. Перданул опять. Да, спасибо, больничка. Да я, блядь, перданул. Всем, да, фишки западных вытирателей жопы, да, да. Под универсальный, в Владивостоке люди уже комментарии. Там тролль. Фишки западных абрыганов. Да. Рыгуно. А-ля арти-хуйня, в общем, вы поняли. Не, уже не видно, по-моему. Это, по-моему, последний уже все-таки будет. Уже не видно сельский рок-н-ролл там. Блять, там вообще нихуя не видно уже.
барабанчик в очках, да? Ноль целковый полушка. Слышите этот отдаленный развернуть, понять, видно. Отдаленный звук. Сейчас картинка нормальная, отлично. Сельского рок-н-ролла. Пошел, пошел. Хватит, по-моему, символов и названий, чтобы было смотрим, 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 смотрим. Это опять видос сделать. Старые добрые можно сделать. Спасибо за напоминалку про ветер. Чуваки, ну без света лучше же, да, все-таки? Да, да, да. То есть вот так было у нас. Пацаны уделали Фреда. Да, конечно, новая камера. А знаете, что самое смешное? Это именно посчитать, сколько всего было в эту реакцию вложено денег, типа, Nightmare Outside. То есть, типа, ну, допустим, получится, условно, 1002 на эту хуйню ушло, блядь. Это ж вообще пиздец. Просто ради чего, блядь? Ради какой хуйни? Как больше нравится? Ну, да и мне, наверное, проверить. Мне больше нравится тогда много донатов. Там закрыться. Что-то я там назовись вообще. Ну, мое лицо тут... А, и там Leo's Hell Scream в какой-то момент будет. Да, я смотрел полное интервью тоже, раза три. 500 рублей, сколько радости. Ну понятно, что с подсветкой. Ну подсветку я могу, допустим, вот так чуть-чуть сделать. Вопрос, верхний свет, да или нет? А плюс это что? Это чем прикол? Записывайтесь на наш новый курс фишки западных гомосексуальных. Я никогда не читал комменты, кстати, между прочим. Западных гомосексуальных. Кстати, да, комменты. Ебать, что-то у вас там в Владивостоке, движ Париж. Ждем реакции моей сервика. Тима Овер Килл, Вячеслав Лис, Альбер. Well, Фокс, и Кама. Элитора, Миллениум, Фуз. Ням-ням-ням-ням-ням. Бля! Подобие металла. Подобие кала. Ням-ням-ням. Синхронно. Заорали, блин. Я пиздец, я прям угораю теперь. С Юлей тоже рофлим, на самом деле. Ням-ням-ням с этого, блин. Надо было такое, блин, сделать. Вообще получается экономит. Пиздец, фальшивая хуйня получилась. Вот эта приставка у Леоса была, Алекс Найтмэр. Причем она была нормальная, рабочая. Ну типа, чё, вы у неё не играете, всё равно чё, она валяется. Спасибо. Самая крутая приставка у меня была в диктанте по русскому языку. Блин, реально надо сделать, знаете, уже такой видос, типа... Ну, или серию видосов, то есть как ворваться в стримы Моисея и понимать все мемы локальные. Потому что я просто иначе не знаю, как это объяснять. Как объяснить, что такое Nightmare Outside, что такое сельский рок-н-ролл, что вообще, блядь, происходит, почему я с какими-то долбоебами срусь, что это за реакция. То есть надо прям реально сделать, типа, Ultimate Моисей Compilation Penis Dominator Helicopter, что-нибудь такое, что просто люди могли... Фишки западных питон. Некоторые шутки... Какие там могут быть фишки, блядь, типа... Западная траншея там. Залез себе в траншею и сиди в ней. Вот и вся фишка. Даже вон, даже время. Nightmare. Без игровых приставок вообще, бедные. Ну да, да. Только по праздникам, блядь. Да и только из-за лупы. Это скорее, фу! Это скорее гайд, типа. На день рождения, типа, йогурт покупали. То есть, как у него план, заебал даже. Take my food. Да. Все, теперь это реакция на ускоренную реакцию на ускоренную реакцию. Сейчас я даже уже не посмотрю. Гейбой, первая приставка. Реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию. Одобряем. Реакцию на реакцию, на реакцию. Блять, я не пойму, какой из чатов сейчас. Блять. Запомнить. Женщины в чате, какие подводные. Да, женщины в чате, это не бывает настоящих женщин на моих стримах. Блять, самая тупость, что именно в тот день... есть ровно типа, на реакции на тот видос, где я говорю, что женщин не бывает на стриме, типа, женщина как бы и появилась. Чай. Здрастите. Мою реакцию на историю рок-н-ролл. Так, блядь, да что ты будешь делать? Привет, Андрей. Контент сомнительного качества. После нового клипа, да. После нового клипа, да, уже кажется неплохо. Пиздец. О, ебать, коварный план. Ебать, барабанщик. Блин, да. Оральный барабанщик, так сказать. Заебись, заебись. Я не знаю, как... А, это там. Я пиздец, это самое... Я просто даже не знаю, как это надо все просто отдельно расписывать, мне кажется. Отдельно каждый нюанс. Я бы прикупил. Бля, спасибо большое, Некич, да. Мое почтение. Вот, ну хотя, вернее, как бы как спасибо. То есть, ну, это ж получается за комбарь. Но все равно, да, в любом случае, мое почтение.
Футболка. Да, вот, по-моему, нет, я ее 100 лет не видел. Наверное, она уже в тряпках давно. Мы это сделали. Блин, Ник еще уже не знает, какую хуйню еще у меня, короче, скупить. Мы это сделали. Ведь мы ебанутые на всю, башку. Да, отлично. И причем, кстати, в 10 минут уложились тоже. Спасибо, Nightmare Outside. Эх, я старая пизда. А, чё в комментах? Там один коммент какой-то. Ладно, Моисей ему платит, нахуй я это смотрю? Кто тоже досмотрел до конца вместе с тем человеком, пишите то же самое. Типа, нахуй я это смотрю?